Охота за жизнью на Альфе Центавра. Из цикла «Космический альманах». Соседняя с нами Солнечная система – странная система по любым меркам. Это тройная система, состоящая из Альфы Центавра, которая примерно на 10% массивнее Солнца и на 50% светлее, и Альфы Центавра, которая, наоборот, на 10% менее массивна и на 50% тусклее. Эти две звезды вращаются вокруг общего центра тяжести, а третья звезда системы, Проксима Центавра, представляет собой тусклый красный карлик, звезда М, удаленный от остальных на расстояние около 0,2 светового года. Может быть, они и странные, но эти звезды представляют для человечества особый интерес, поскольку являются самыми близкими из примерно 100 миллиардов солнц в нашей галактике. Проксима Центавра – ближайшая звезда из трех к Земле на расстоянии 4,2 светового года. У нее есть две подтвержденные планеты, в том числе одна в обитаемой зоне, определяемой как расстояние от звезды, на котором можно ожидать температуры на поверхности планеты, соответствующие наличию жидкой воды. Предполагается, что планеты есть и у двух других звезд системы, хотя их существование не подтверждено. В 2021 году сообщалось о возможной планете размером с Нептун, обращающейся вокруг Альфы Центавра примерно на том же расстоянии, на котором Земля обращается вокруг Солнца, но вместо нее может в итоге оказаться пылевое облако. Очевидное отсутствие коричневых карликов или газовых гигантов вблизи Альфы Центавра их делает вероятность существования земных планет более высокой, чем в противном случае, по крайней мере, теоретически. Вероятность наличия каменистой, потенциально пригодной для жизни планеты в соседней с нами Солнечной системе может достигать 75%. Все это ставит систему Альфа Центавра на первое место в списке мест, где следует искать внеземную жизнь. В связи с этим фонд Брейктера Foundation предоставил первые средства для финансирования программы космического телескопа Талиман, целью которой является обнаружение дополнительных планет, возможно, пригодных для жизни в системе Альфа Центавра. В настоящее время в рамках второго этапа проекта, дата запуска которого официально не объявлена, осуществляется проектирование, создание и интеграция космического аппарата с телескопом. Жизнь на Альфе Центавра. Что касается уже найденной планеты, то Проксима Центавра Б вызвала много шума после ее обнаружения в 2016 году, поскольку она немного больше Земли, по крайней мере, на 17%, и, что очень важно, находится в обитаемой зоне. Однако только это не дает исследователям достаточной информации, чтобы сказать, действительно ли планета пригодна для жизни. Проксима Центавра Б вращается очень близко к своему карликовому Солнцу М, и поэтому может находиться в приливном захвате, таким образом, она всегда обращена к звезде одной и той же стороной. Это не очень хорошо для жизни, поскольку одна сторона будет оставаться достаточно горячей, а другая – холодной и ледяной. Высказывались предположения, что жизнь в таком мире все же может существовать, поскольку на границе двух полушарий могут быть благоприятные температуры. Но многие ученые считают это маловероятным, поскольку зона умеренного климата была бы небольшой и подвержена экстремальным погодным явлениям. Есть и другие причины не слишком оптимистично смотреть на жизнь на Проксиме Б. Как и другие красные карлики, Проксима Центавра излучает сильные солнечные вспышки и рентгеновское излучение, что стало бы проблемой для любых форм жизни на планете, находящейся в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Защиту могло бы обеспечить магнитное поле, но ученые не знают, есть ли оно у Проксимы Б, исследователям также неизвестно, есть ли там вода. Для процветания биосферы необходимо выполнение обоих этих требований, а также наличие органических соединений и эффективного механизма рециркуляции питательных веществ, например, тектоники плит. Иными словами, простого нахождения в обитаемой зоне недостаточно для того, чтобы на планете возникла жизнь. Наша Луна также находится в обитаемой зоне, но она не может быть еще более бесплодной. Жизнь может существовать и в подповерхностных океанах ледяных спутников Европы и Энцелада, которые находятся далеко за пределами обитаемой зоны Солнца. А как насчет планеты размером с Нептун вокруг Альфы Центавра А? Если предположить,
что ее существование в конечном итоге подтвердится, то размеры планеты позволяют предположить, что она может быть больше похожа на непригодные для жизни газовые гиганты нашей Солнечной системы. Большинство ученых устанавливают границу между каменистыми планетами и газовыми планетами-гигантами где-то между 1,5 и 3 массами Земли. Масса планеты вокруг Альфа Центавра, по-видимому, в 5-7 раз больше массы Земли, поэтому она, скорее всего, является газовым гигантом. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Жаш Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.